Нанесение номеров на футболке. Спортпринт-М. Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию со стадиона на Флотской. 12-й тур высшего дивизиона А. Вообще в эти выходные тур усеченным получается в высшем дивизионе. И в одной подгруппе, и в другой всего три матча играется, но один из них попал в прямой эфир. «Динамо» и «Голдшарк» сейчас в центральном круге. «Голдшарк» в желто-черной форме, «Динамовцы» в бело-голубой. И главный арбитр сегодняшней встречи Андрей Нюхарев с капитанами разыграли половины, на которых соперники сегодняшний поединок начнут. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. И все готово к началу встречи. Ждем стартового сигнала. Затем, как обычно, протокольные мероприятия. Пробегаемся по составам. Ну и смотрим футбол. Матч и для тех, и для других имеет достаточно большое значение для динамовцев, наверное, в первую очередь, потому что они продолжают сражаться за медали, за какие. Вот в этом, собственно, интрига и заключается. Ну а «Голдшарк» претендует на место в Еврокубках. И в этом контексте все немножко запуталось, потому что такая достаточно серьезная плотность на позициях четвертой, если не брать отложенные встречи ЦДК, по шестую. Ну и после вчерашнего поражения Невы от APC, наверное, можно команду Валерия Нурова из этой борьбы вычеркивать. Но по большому счету это не такая уж и неожиданность. Нева не здорово выглядит во второй части сезона. И в первой-то были проблемы, но во второй они обострились и стали такими более явными. Поэтому здесь все закономерно, как и положение легиона на восьмой строчке. Ну а вот борьба на четвертом, пятом и шестом месте теперь снова сила обостряется. И неожиданно мы считали, что «Голдшарк» может оказаться пятой силой. Теперь неожиданно таковой является APC. Ну, о турнирной таблице чуть позже давайте поговорим. Все-таки сначала составы играющих команд представлю. Начнем с «Динамовцев». Они сегодня хозяева поля. И в следующем сочетании играют в воротах Игорь Гришин, 30-й номер. Три защитника слева направо. Иван Спичка, номер 15. Евгений Корнилов, номер 3. Кирилл Орлов, 18-й. Капитан команды в центре поля сегодня играет Никита Митин, номер 77. На флангах Илья Чижиков, 6-й. И Михаил Тимофеев, 10-й. Впереди Сергей Анохин. Здесь момент опаснейший. Гришин мяч не удержал и добить не получилось. После штрафного исполнения Андрея Фандеева. И не успел я номер сказать Сергея Анохина, 14 у него на спине. В общем-то, здесь прежде всего бросается в глаза отсутствие Андрея Тынянова, у которого дисквалификация за перебор желтых карточек. И, в общем, он здесь, на стадионе, с командой, но в матче принять участие не сможет. Поэтому без него, и, в общем, это может стать проблемой для динамовцев. С другой стороны, и «Голдшарк» не в оптимальном составе, поэтому здесь одно на другое. Ну, в общем, если говорить о том, что это не ключевой игрок в стадии «Динамо», то, пожалуй, действительно, это потери серьезные. Также нет Дениса Киселева, например, который, может быть, и не часто играет, но важную роль в команде выполняет, отсутствует Александр Локтионов. В общем, есть потери, но у «Динамовцев» более или менее по отношению к сопернику состав нормальный. И два запасных, Дмитрий Голышев на скамейке и Павел Фарафонов, 10 человек. У «Голдшарка» похуже ситуация, и тоже есть дисквалифицированный игрок Дмитрий Шестаков. Он получил двухматчевую дисквалификацию после удаления в матче против APC. Но после этого момента Чижиков на ударной позиции бьет в ногу Кожемякина, попадает. Так вот, Шестаков получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре против APC. И как мне кажется, что здесь все-таки следует еще раз внимательно рассмотреть
Это эпизод с нарушением, но там была, может быть, и опасная игра, и, может быть, здесь даже можно спорить, но в какой-то степени можно было с мнением арбитра согласиться об удалении футболиста, но, мне кажется, ни о каких двух играх там не может идти речи, это просто неумышленная, может быть, немного неосторожная игра, но без грубости и без какого-то умысла. Но в любом случае для Гулшарк это потеря. Гулшарк вообще есть проблемы с составом. И тот матч против APC, когда команде пришлось после удаления Шестакова играть в меньшинстве, больше положенного, но здесь гол Митин забивает на 5-й минуте. Здорово отклеился от соперника и пробил с линии штрафной от перекладины. Виталий Горелов был бессилен. И динамовцы получают преимущество уже в дебюте. Еще до того, как я стартовую расстановку желто-черных назвал. Ну, в общем, попытался зайти через потери. Ну, в общем, нет Шестакова, но есть восьмерка футболистов, которая, в принципе, сегодня должна без замен играть, потому что Олег Пронин единственный запасной в заявке. И вот Гулшарк продолжает проблемы состава с глубиной состава. Сам состав неплохой, и здесь... Остальные лидеры все в наличии. Итак, в воротах Виталий Горелов, номер 30 у него на футболке. В обороне Дмитрий Кожемякин, номер 13, Кирилл Болдырев, номер 14, Максим Бозин, номер 35. В центральной зоне Иван Симаков, 16-й, на флангах Алексей Бритовский, 11-й, и Андрей Фандеев, 9-й. Впереди Иван Ерохин, номер 8, единственный запасной Олег Пронин, номер 71. Динамовцы продолжают атаковать. Это такой удар, полуудар, полупрострел, наверное, в исполнении Кирилла Орлова. На подборе его партнеры здорово сыграли. Но вот эта передача не пройдет. Да, здесь, конечно, Тимофеев слабовато отдал. Дальше Чижиков идет в прессинг. И мяч остается у Гулшарк, но будет удар от ворот. Так вот, возвращаясь к разговору о турнирном положении, надо сказать, что до начала тура динамовцы располагались на третьей строчке, отставая от Гефеста на 3 балла и имея игру в запасе. Ну, собственно, после всех переносов Гефест должен был в 12-м туре с Интером играть. Естественно, этот матч перенес, потому что участвовал в континентальной футбольной лиге и рассчитывал далеко пройти. Несколько футболистов Интера также участвовали в составе других команд, поэтому, в общем, я думаю, никто был не против переноса. Игра это не состоялась, поэтому динамовцы сегодня догонят античных по сыгранным матчам и могут догнать по очкам, если выиграют. Что касается личных встреч, то у Динамо и Гефеста здесь полное равенство. И по разнице мячей в победах в том числе, поэтому на положение в таблице будет влиять общая разница мячей. Вот с этим голом Никиты Митина и эта разница стала одинаковой. По 12, плюс 12, естественно, соперники будут иметь. Если Динамо выиграет крупнее, чем в один мяч сегодня, то Гефест опередит перед решающими матчами. Ну и, собственно, еще против Интера тем и другим играть. Теоретически, конечно, возможно. Возможно, еще и догнать на Радзуре, но все-таки помимо вот этих двух встреч с Гефестом и Динамо, Интеру предстоит сыграть дважды с Гулшарк, как раз учитывая проблемы акул составом, ну и вообще разницу в классе. Рассчитывая на то, что два раза Гулшарк выиграет, у Интера все-таки не приходится. Поэтому формально чемпионская интрига еще жива. Фактически, пожалуй, здесь уже все понятно. И главным будет сражение за вторую строчку и за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сейчас штрафной. Бритовский здорово бьет в обод штанги, в обод стенки и попадает в штангу. Игорь Гришин благодарит каркас ворот. Похлопал по стойке рукой. Ну, удар Бритовского просто великолепный получился. Причем мяч во внутреннюю, если так можно выразиться, про цилиндрическую форму, во внутреннюю часть ударился, то есть отскочил как бы не в сторону от ворот, а ближе к центру, но никто не сумел сыграть на добивание.
Поэтому здесь динамцам повезло. И вот обратите внимание, первый гол Митин забивал от перекладины, и мяч отскочил в сетку, а сейчас мяч отскочил в сторону от ворот. И даже вот в таких нюансах динамцы определенный перевес имеют. Что касается Голшарк, то команда на шестом месте располагается. У нее 11 очков и меньше всех проведенных матчей. 9 всего. Сейчас будет 10-й. Ну, собственно, он уже идет. И вот если сегодня Голшарк не сможет набрать очков, то отставание от APC, обыгравшим Неву вчера, будет равняться 4 баллам. Еще раз повторюсь, что в оставшихся матчах Голшарк дважды сыграет с Интером. Здесь, ну, маловероятно все-таки рассчитывать на очки не приходится. Ну и, соответственно, в остальных встречах нужно будет дважды выиграть для того, чтобы PC опередить. Проблема и вот в борьбе за вот это пятое место, которое внезапно может стать борьбой за четвертое место, например, здесь, конечно, решающим может стать поражение Голшарк от PC в прошлом туре. Ну, в общем, вот такие расклады. Я думаю, что Голшарк Неву-то все равно к себе не подпустит. Поэтому все-таки претендует в полной мере на квалификацию в Кубок ЛФЛ на следующий сезон. Но подождем. В общем, до конца чемпионата не так много матчей осталось здесь. Я думаю, в течение ближайших 2 недель большая часть вопросов отпадет, но в течение месяца уже все понятно станет окончательно. На поле вернемся. У динамцев замена произошла. Дмитрий Голышев появился. Вместо Сергея Анохина. Голышев 7-й номер. Вот Анохина искал глазами, не нашел на скамейке, вот он только подходит. Просто вышел за пределы поле не со стороны скамейки. Голшев тут на разминке рекорды по попаданиям в штанги и перекладины ставил с разных точек. Посмотрим, будет ли у него возможность в игре приложиться как следует. Постепенно Голшарк не то чтобы выравнивает игру, но чуть-чуть ее успокаивает. В начале преимущество Динамо было практически подавляющим. И сейчас оно есть по владению мячом, по территории и по счету, что важно. Динамцы забили быстрый мяч и таким образом себе обеспечили определенный запас. Но Голшарк приходит в себя, начинает комбинировать. Вот момент Бритовского, мы помним, после штрафного. И сейчас Бритовский с мячом, центр смещается, а у него левая нога отличная. Он сам не бьет, выкатывает Ерохину. И Гришин провожает мяч взглядом после удара форварда Акул. И, может быть, этим самым взглядом и отводит угрозу. Жемякин в центр. Здесь Бритовский против Чижикова. Мяч у динамовцев остается. Иван Спичку давненько мы не видели. Совет Динамо. Но вот, видите, в связи с отсутствием нескольких футболистов, Чижиков в полузащиту был передвинут. И теперь у нас 2 бьющих левоногих дальнобойных орудия на левом фланге у Динамо. Конечно, тут потенциально, понятно, что многое зависит от текущей формы игроков и всего прочего, но потенциально, конечно, сумасшедшая связка может получиться с сменами позиций, с переходом, с подключениями в атаку от Спички, например, тогда Чижиков сядет в оборону. В общем, есть варианты, это интересно. Ну и есть другие игроки. Вот в данном случае как раз замена происходит. Чижиков отправляется отдыхать. На поле появляется Павел Фарафонов, номер 9. Ну, таким образом, все динамские футболисты уже в игре задействованы. Ну, Голшарк предсказуемо замен нет. И в случае непредвиденных обстоятельств только Олег Пронин на поле появится. Хотя сегодня он в форме. Это важно, потому что, еще раз повторю, после удаления Шестакова 10 минут Голшарк играл в меньшинстве, а затем никого не было и должен был выйти Пронин, но у него не было игровой формы. И заминка
продлилось еще, наверное, минут 10. Там в конце первого тайма должен был уже восьмой полевой игрок, или седьмой полевой игрок, появиться Оглшарк. В итоге тайм так и доиграли в меньшинстве. Затем был перерыв. Еще пару-тройку минут во второй половине, только затем Пронин решил вопрос с экипировкой и вышел. Не скажу, что это повлияло на поражение там в концовке. Голшарк был ближе к голу. И, кстати, тот же Пронин мог принести своей команде победу. Он в убойной ситуации перед воротами находился. И после прострела, не помню, кого именно, но после прострела с правого фланга, замыкал эту ситуацию. И в створ не попал. Ну, а здесь забивает Михаил Тимофеев. Вначале должен был забивать Павел Фарафонов, попал он в Голышева, и вот второй волной динамовская атака накатила, и здесь, ну просто не здорово в обороне сыграли защитники Голшарк. Все-таки после отскока, после подбора нужно было накрывать вторую линию. Михаил Тимофеев без опеки находился, и поэтому и лицом к воротам, поэтому, в общем, труда ему не составило точно пробить. Бритовский идет в дриблинг на чужой половине, еще один штрафной зарабатывает. Опять может опасно получиться. И здесь вот почему бы не попробовать Андрею Фандееву. У него левая нога. В общем-то, Ерохин может прямым ударом мощным. Бритовский в обвод стенки также. В общем, есть варианты. Ерохин убегает в центр штрафной. Бритовский бьет опять очень опасно. И рядом со штангой действительно мяч проходит. Но это не гол. Пока все довольно буднично. У Динамо Анохин на поле возвращается, причем меняет не Голышева, а Тимофеева. Значит, будет играть на фланге атаки. Здесь Фарафонов. Здорово! Получается, подача проходит мяч. И Анохин здорово сбрасывал, но Виталий Горелов был первым вот у этого прострела. Здесь Орлов хороший, выиграл силовую борьбу. Точная передача на Анохина. Голышев в подыгрыше. Мяч к Орлову возвращается. И неточная передача. Здесь не поняли друг друга партнеры. Фандеев, Симаков вперед. Вот сейчас численное преимущество есть. У Голшарк в этой атаке. Фандеев смещается. Бритовский прострел. Ну а кто ж пробьет-то, никто не бьет. И вот теперь только Фандеев и мяч от спины Никиты Митина уходит на угловой. Но этот шанс нужно было реализовывать обязательно желто-черным. И как-то не здорово мне показалось. Все-таки Андрей Фандеев сыграл. Он ухудшил позицию. Он левоногий футболист. И стал смещаться вправо. Поэтому один вариант сразу отпал. Но с правой ноги, скорее всего, пробить был не должен. А это еще один шанс. Ерохин бьет после высокой подачи. И Гришин вылавливает мяч на линии. Вот этого сразу на Голышева. Здесь нарушения нет. Кожемякин не держал Голышева. Голышев сам заваливался на защитника. И потом Кожемякин просто в сторону отошел. Поэтому Голышев на газоне оказался. Так вот, сказал, что после первой четверти игрового времени как-то буднично так все в пользу Динамо складывается. Хотя Голышев подает признаки жизни. И вот в истории противостояния этих команд Голшарк никогда динамовцев очков не лишал. Хотя почти все матчи складывались достаточно плотно. В прошлом сезоне Динамо выиграло дважды в один мяч. В этом году уже после сбиения на две восьмерки в очень тяжелой игре динамовцы выиграли 2-0. И тогда забил Андрей Тынян из штрафного.
И большую часть времени вот этот счет держался, а Глушарк атаковал, имел шансы. И только в самой-самой последней атаке окончательный счет был установлен. Ну и в первом круге текущего чемпионата дианцы выиграли крупно 8-2. Соответственно, в четырех встречах этих соперников в чемпионате дианцы 4 победы одержали. И вот пока все идет к тому, что эта тенденция, эта традиция нарушена не будет. Дианцы понимают, что их судьба второго места в их собственных руках находится. И поэтому здесь, естественно, все считают шансы, все понимают, что нельзя терять очки в матче с командами, которые пониже расположены. Блестяще сыграл Иван Спичка. И без желтой карточки здесь Нюхаров обходится, хотя можно было бы, конечно, Кожемякину здесь ее предъявить. Спичка очень красиво обыграл соперника. В итоге опасный штрафной, и Никита Митин его будет исполнять. 20-я минута заканчивается. Митин бьет, и мяч... показалось, что в перекладину Павел на самом деле упал на вот заднюю стойку, которая натягивает сетку. Но все равно было неплохо, и я лично ждал удара в ближний угол, а вот так в дальний Митин направил, и для Горелого, мне кажется, это тоже было несколько неожиданно. Вот, продолжая разговор о турнирных перспективах, просто календарь оставшихся встреч оценим. Динамосам еще играть с ЦДК, APC и Интером. Гефесту попроще, в общем-то, только Интер серьезных соперников, а также Нева и Легион. В Динамо все уверены, что особых сенсаций не будет. Гефест два матча у аутсайдеров выиграет, а вот с Интером может быть все что угодно. Но, строго говоря, если Гефест выиграет у Интера, я думаю, что он будет вторым совершенно точно, потому что, нет, динамцы тоже могут обыграть Интер, конечно, но все-таки у динамцев вероятность потери очков гораздо больше, просто из-за более сложного календаря. Например, а здесь Ерохин блестяще играет, обыгрывает Корнилова и не забивает, потому что выручает свою команду Гришин. От его ноги мяч падает в штангу и выскакивает поле. Блестяще сыграл Ерохин и не менее круто сыграл Игорь Гришин. Шикарный момент. У Ерохин все сделал классно. Одним касанием мяч подсек над защитником, опередил Евгения Корнилова. Естественно, о никакой подстраховке здесь не могло идти речи, потому что Корнилов был в центре, да, рядом с ним был партнер, но все-таки чуть поодаль. И Глушарк упускает очередную возможность для того, чтобы приблизиться к своему сопернику и вернуть матчу интригу. В общем, для динамцев важно не терять очки в матчах. Я не скажу, что с соперниками послабее, но Глушарк не намного слабее Динамо, на самом деле, по набору футболистов, понятно. Просто с теми соперниками, которые ниже располагаются в турнирной таблице. И динамовцы из всех топ-клубов, по сути, и являются единственным, который проиграл сопернику, располагающемуся на пятом месте и ниже, APC. Соответственно, со счетом 2-1. И если бы не то поражение, я думаю, что и с Интером еще могли бы посражаться. Понятно, что у Интера все равно было бы преимущество, и преимущество хотя бы в том, что вторую личную встречу можно было играть в ничью. У Интера все равно есть преимущество, он будет считаться фаворитом в матче с Динамо, и даже при равенстве баллов, и не при равенстве, при любом раскладе. Ну, если только Интер уже не обеспечит себе чемпионский титул и подойдет в праздничном настроении к игре с динамовцами, а динамовцы будут до последнего сражаться. Но интрига могла бы быть. Сейчас такой интриги нет, пожалуй.
Ну вот сегодняшний матч показывает, что потенциал у «Динамо» большой, и атаки их опасны, и счет по делу, и все по игре, но на своей половине моменты возникают. И «Голшарк» как минимум на два мяча мог рассчитывать в этой встрече, если бы не выдающаяся игра Игоря Гришина в одном случае и каркас ворот в другом. Чижиков на Анохина. Анохин мяч удерживает. Ждет партнера. Здорово получается. Прострел. Павел Фарафонов пытался сыграть на опережении, но в действительности Болдырева не опередил. Достаточно надежно в этом эпизоде доиграл. Но в любом случае угловой. Белоголубые зарабатывают. Кирилл Орлов будет подавать. И вот интересно. Здесь и розыгрыш возможен. И, судя по расстановке футболистов, но идет подача на спичку. Он, опережая Бритовского, бьет головой. Но все-таки из не самой удобной позиции. Пять замена. Голышев вместо Фарафонова. Ну, или Голышев вместо Анохина. Фарафонов уходит. Чижиков и Тимофеев на поле возвращаются. Причем Михаилу Тимофееву так по ситуации пришлось в оборону отойти. Кирилл Орлов повыше сейчас на поле находится. Болдырев за боковой. Здесь спичка на опережении. Корнилов передачу в направлении Ерохина блокирует. Прострел. Еще один угловой будет, да, все-таки от Корнилова, хотя он показывал, что и Ерохин коснулся. Неважно, еще момент. Нет, после паузы. Так, Ерохин на оперативный простор вырывался. Подача, Митин. Дотягивается до этого мяча. Здесь борьба. Кожемякин Голышева оттер. И дальше. Передача у защитника точно не получилась. Симаков. Вот, кстати, не заметен сегодня практически. Сейчас не лучшее решение, наверное, принял. Пробил через ногу защитника, и мяч в руки Гришину прилетел. Тимофеев и фол. Здесь было нарушение правил. Максим Бодин слишком рьяно пытался мяч отобрать и сыграл в корпус. Дмитрий Голышев готовится пробить. Туан спичка. Рядом. Но Голышев, я уверен, будет бить сам. Опасно, но не более того. В данном случае как раз Горелов все видел. Я думаю, что должен был отразить этот мяч, если бы удар пришелся под перекладину, а не выше. Ерохин против Корнилова. Центр отыгрывает. Симаков. Здорово. Бритовский. Можно подождать Болдырева. Но пока ждал. Здесь напоролся на отбор. Спичка здорово сыграла. Отличная передача направо. Здесь нужно в центр. На Никиту Митина. Но находит еще лучший вариант. Михаил Тимофеев. Спичка становится ассистентом. А точку в этой атаке ставит Дмитрий Голышев. 3-0. В данном случае контратаку динамовцы идеально просто разыгрывают. И Ивана Спичку здесь мы отмечаем. Он мяч отобрал. И он в итоге стал автором голевого паса. В конце 28-й минуты это взятие ворот случилось. И первый тайм таким образом полностью за динамовцами остается. Преимущество добыто, если и не подавляющее, не решающее, то такое очень уверенное. Я не представляю, что должно произойти, чтобы динамовцы три мяча подряд пропустили. И таким образом лишились победы. «Голшарк» очень интересная команда, самобытная. Здесь есть интересные, классные футболисты, но
Все-таки не хватает глубины состава, и это проблема. На дистанции это важно. Орлов здорово находит в центре Тимофеева. Тот предпочел ударом с носка атаку завершить. Ну, потому что просто не хватало ему скорости в этом эпизоде, и защитники его настигали. Корнилов. Спичка. Последняя минута. И динамовцы в позиционно только переходят. Но здесь Корнилов неточную передачу делает. Точнее, Ерохин здорово отработал. И 4 в 3. Контратака может получиться. Вот если сейчас Голшар забьет, второй тайм-то поинтереснее будет. Но, по крайней мере, начнется при более интригующей ситуации. Ну, разряжает обстановку и выносит мяч. Взял со своей штрафной. Кожемякин. Накрывает его Голышев. Не позволяет начать атаку. Симаков назад вынужден играть. Гарилов. Просто выбивает вперед. Туда, в направлении Ерохина. Там Орлов Гришину скидывает. Последняя атака, наверное, динамовцев. Чижиков. Ох, какой хороший перевод. Но Голышев скидывает мяч назад, и в это время свисток на перерыв раздается. Ну что ж, динамовцы солидно провели первый тайм. Я не скажу, что их преимущество было таким равномерным, наверное, на протяжении всего тайма. Но в целом практически не позволяли соперникам перехватить инициативу. С другой стороны, этого хватило на 3 забитых мяча, но Голдшарк также создавал момент у ворот Гришина, не забивал, к сожалению, для интриги. Так что сейчас отправляется на перерыв, наверное, с мыслями о том, как прицел в решающей стадии атак поправить. Делаем паузу, друзья, и возвращаемся к началу второго тайма. Нанесение номеров на футбольную форму. Спортпринтем. Динамовцы уже на поле. На поле судьи. Главный арбитр сегодняшней встречи и его ассистент, резервный судья Игорь Елисеев. И все ждут футболистов в желтых футболках. Голдшарк, конечно, чуть больше времени потребовалось на восстановление в перерыве. Потому что акулы без замен действуют, и проигрывают. В общем, и силы нужны, и, наверное, какая-то дополнительная мотивация, способная команду завести и как-то настроить на теоретический камбэк. Но это сложно. Динамовцы в целом первый тайм провели здорово. И равномерно распределили голы. На 5-й минуте Никита Митин открыл счет, затем Михаил Тимофеев в середине тайма взял его 2-0. И незадолго до перерыва отличился еще Дмитрий Голышев. Штрафной. Акулы зарабатывают. В первом тайме два опасных штрафных пробивал Алексей Бритовский. В одном случае мяч в штангу попал, в другом практически облизнул ее с внешней стороны, но вот действительно в сантиметрах прошел. Сейчас бьет Ерохин, мощным ударом попадает в стенку. Представлю составы играющих команд для тех, кто только сейчас подключился к нашей трансляции. После того, как эта атака закончится, хороший пас, привлекающий штрафную, Кожемякина, и Бритовский просто не принимает эту передачу. Итак, у «Динамо» в воротах Игорь Гришин. Защитники Иван Спичка, Евгений Корнилов и Кирилл Орлов. В средней линии второй тайм начинают Павел Фарафонов, Никита Митин и Михаил Тимофеев. Впереди Сергей Анохин. Ну и футболисты, которые на скамейке располагаются. В общем, у «Динамо» сегодня много замен по ходу встречи. Где-то каждые минут, наверное, 10. Определенная ротация происходит Илья Чижиков и Дмитрий Голышев. У «Голдшарк» в воротах Виталий Горелов. В обороне
Максим Бозин, Кирилл Болдырев и Дмитрий Кожемякин. В центральной линии Иван Симаков, Андрей Фандеев, Алексей Бритовский. Впереди Иван Ерохин. И в качестве запасного заявлен только Олег Пронин. Он на поле не появлялся. Ну и понятно, что он только в крайнем случае появится. Сейчас контратака может у Акул получиться. Бритовский вперед на Ерохина. Ему по ногам там врезал Корнилов. Затем Фарафонов здорово сыграл в отборе, но не при передаче вперед. И в итоге Голшарк провел атаку с ударом Ивана Симакова. И в данном случае заслуженная критика от капитана. Фарафонов потерял мяч в центральной зоне. И это привело к контрвыпаду соперника. Спичка. В центр на Митина. Динамовцы катают мяч пока на своей половине. Переходят вперед. Ну вот длинная передача. Здорово. Попытался Анохин хитро мяч пропустить. Там забегал Фарафонов. Но защитник внимательно сыграл в этой ситуации. Ну или слишком хитро все задумывал форвард Динамо. Кожемякин. Вперед. И это не точно. Фонов. Назад пытался пас отдать, не точно. Но здесь здорово сыграл в отборе, и Кирилл Болдырев оказался на газоне. А здесь момент, и четвертый мяч вылетает в сетку. Фарафонов налево отдал, и Сергей Анохин без помех бил в ближний угол. Виталий Горелов на удар с близкого расстояния не среагировал. 4-0, пожалуй, в этой встрече все ясно. Кирилл Орлов призывает своих партнеров не расслабляться, но солнышко припекает, как тут не расслабишься. При таком-то счете замены. Ну, сейчас, знаете, кто в футбол играл, вот кураж поймали динамовцы, вроде бы легко все дается. И ну, просто в кайф играть, разыгрывать эти голевые моменты, комбинации. Поэтому не думаю, что сейчас какая-то глобальная проблема бело-голубых с удержанием концентрации, внимания может возникнуть. Да и, пожалуй, что Голшарк смирился. У этой команды по ходу сезона были матчи действительно классные и против топ-клубов, и где-то в истории, по крайней мере, вот сейчас на этапе становления у Голшарка останется вот эта победа над Интером в первом круге. Это для Интера первый круг был проходным, и большому счету то поражение ни на что не влияло. А для Голшарк, во-первых, эти 3 очка позволили вообще в восьмерке оказаться. Потому что, если вы уже забыли, Голшарк не всегда за 5-е или там 4-е или 6-е место боролся. В общем-то, там были определенные вопросы на каком-то этапе. И до усиления, до прихода Бритовского и Кожемякина. Да и Ерохин по ходу сезона к команде присоединился, и Шестаков. В общем, там Голшарк не выглядел таким однозначным претендентом на место в Еврокубках. Так что та победа для Голшарка была очень значимой и в истории клуба останется. Затем, если получит дальнейшее развитие этот проект, и команда постепенно выйдет на уровень грандов Северной лиги, по крайней мере, закрепится сначала в этом
клубе лучших. Пусть это будет топ-6, топ-5, я не знаю. А затем саккумулировать силы для еще одного рывка. Возможно, появятся какие-то новые достижения, но вот на данный момент так. Ну и во многих матчах Галшарк не набирал очков, хотя выглядел прилично. И против Гефеста, и против Динамо, мы говорили в первом круге второго этапа. И, в общем, в целом ряде матчей команда действительно мощно и здорово играла. Где-то чего-то не хватало. Всегда в каждом случае чего-то своего. Ну и как сегодня, потому что моменты есть, вот смотрите, у Ерохина был эпизод, да, Гришин выручил, у Бритовского, плюс еще пара таких неплохих подходов. Счет 0-4, и динамовцы ведь, в принципе, почти все свои моменты сегодня реализовали. Вот из этих мелочей все и состоит, и, в общем-то, класс футболиста Динамо позволяет... ну, рационально, что ли, играть. Здесь не нужно действовать с каким-то надрывом, искать или находить в себе какие-то скрытые резервы. Здесь нужно просто сыграть на своем обычном уровне. И этого достаточно, чтобы просто реализовывать созданное и уверенно претендовать на победу. Фарафонов. Против Кожемякина идет штрафную. Блестяще сыграл Дмитрий Кожемякин в этом эпизоде. Он успел поставить корпус, и Фарафонов даже не апеллирует к арбитру. Он просто сам наткнулся на стену. Мне кажется, даже интереснее смотрелась передача в центр на Михаила Тимофеева. Но молодым футболистам иногда хочется себя проявить и на дриблинге сыграть. Тем более Фарафонов игрок очень быстрый, такой резкий. Поэтому мог пытаться, конечно, за счет этого уйти от соперника. Данохин. Назад. Нет, здесь Бозин справляется. Бритовский. Кожемякин. И приходится играть вот так. Это просто. Корнилов. Ух, помешали друг другу, по-моему. Сейчас Евгений Корнилов и Иван Спичка. И фактически мяч сопернику отдали. И после этого замена. Митин на поле возвращается. Вместо Павла Фарафонова. Тот присаживается на скамеечку. Ерохин. Нет, против двух соперников на бровке остался. Было тяжело, конечно, разворачиваться. А теперь разворачивается атака «Динамо». Чижиков на правом фланге, в центр смещается. Нет, здесь уже, наверное, нужно было за счет партнера сыграть. Орлов подключался, и, конечно, хотелось Чижику наградить передачей. Но важнее другое. Орлов выводил за собой защитника. И у Ильи Чижикова появился коридор прямо по центру. Можно было пробовать пробить. Тем более, что обладает таким могучим ударом. Там, с 15-16 метров угрожать воротам. Такое очевидное и достаточно правильное решение. Симаков выходит из тени для того, чтобы выполнить прострел и заработать угловой. Но это не лучшая игра Ивана Симакова. Так, по ходу сезона частенько он ведет игру своей командой. Больше забивает, чем партнеры. Но сегодня как-то нет. То ли в центре больше озабочен оборонительной игрой. То ли переигрывают его соперники. Но, в общем, вот в таких эпизодах, на стандартах, и то все это с нарушением правил. Ерохин. Ну, не рассчитал отскок, но мяч к Фандееву отскочил.
Ерохин. Ищет варианты, но нет. Такая передача не проходит, в принципе. Волшев на поле, кстати, появился. И сразу же в борьбу включается. Мяч отскакивает к Виталию Горелову. Еще 18 минут играть в этом матче. И лишь затем мы официально зафиксируем победу динамовцев. 4-0. Тут, собственно, все ясно. Но итоговый счет пока вызывает вопросы. А счет как раз-таки в данном случае имеет огромное значение. Потому что вот на момент окончания встречи, когда динамцы все-таки догонят Гефест, сравняются по числу проведенных встреч, все будет определять общая разница. Напомню, что по личным результатам у Динамо Гефеста все одинаково. А по общей разнице у Гефеста было небольшое преимущество до начала тура. Так, желтая карточка. Первая в сегодняшней игре по счете 4-0. Иван Спичка зачем-то врубил по ногам Алексею Бритовскому в центре поля. Ну, понятно, она не фатальна, во-первых. Потому что... ни о какой дисквалификации речи не идет. Если только в сегодняшнем матче Спичка не придумает второй горчичник себе. Митин бросает в прорыв Голышева. Тот уже в штрафной. Поперек катит на Фарафонова. И там защитники помешали Хабеку Динамо пробить. Атака бело-голубой продолжается. Спичка на Орлова играет. И дальний удар Орлова в перекладину. Ух, редкий на самом деле момент. Не часто Кирилл Орлов бьет, но сейчас выстрелил, и мне показалось, что Горелов как-то не поверил, что мяч опустится. Сначала чуть выше шел, такая траектория, знаете, как камень падает в самом конце. Опаснейший момент получился, но не завершился гол. Кожемякин здесь на опережение здорово сыграл. Фандеев против Орлова. Фандеев хорош. Но вот эта диагональ уже... да. В рубрику без комментариев. Конечно, конечно, не так этот пас Андрей Фандеев задумал. Митин. Бобровки. Здесь Фарафонов. И аут в пользу Динамо. Болдырев на опережение. Здорово сыграл. И Фарафонов лежит на газоне. Ну а что там случилось в борьбе? В борьбе или при падении... небольшую травму динамовский полузащитник получил. И, судя по всему, даже замена потребуется. Футболисты пользуются возможностью водички попить пока. Но... неприятно, что Фарафонов не поднимается с газоном.
Хотя, вы знаете, вот особой тревоги там со стороны Антона Тимофеева и Максима Бородкина, который рядышком находится, нет. В общем, ну да, болезненно какой-то удар получил девятый номер «Динамо», но, видимо, ничего особо криминального. Михаил Тимофеев на поле вернулся. Так что замена все-таки произошла, и игра возобновилась. Вот, кстати, то, о чем мы говорили. Спичка пошел повыше. Чижиков остался на месте левого защитника. И вот сейчас футболисты на левой бровке меняются местами. Кожемякин исполняет штрафной практически на боковой линии. Мяч установлен. Просто длинный удар вперед. Выигрывает Андрей Фандеев верховую борьбу. Может быть, чуть-чуть руками себе помогал. Но скидка все равно точно не получилась. Поэтому Кирилл Орлов не стал акцентировать внимание. Фандеев на Симакова. Проходит передача. Вот Симаков почти выбрался на ударную позицию. Митин успел. И сразу же ему партнеры помогли. Митин теперь возглавляет наступление. Вот через партнеров сыграно. И здесь Голышев с Тимофеевым не поняли, как дальше мяч довести до ворот соперника. Не поняли друг друга. Потерю допустили. И тут же Голышарк отдает обратно сопернику. Орлов переводит на противоположную бровку. Здесь Спичка и с Болдырем. Жесткая борьба. Даже потолкались. Ну, в итоге пожали руки. Все в рамках фэйрплей. Кирилл Болдырев жесткий футболист. Он, в общем-то, не из тех, кто будет убирать ноги. Иван Спичка, наверное, в какой-то степени тоже к таким относится. Не часто его увидишь вот прям в какой-то мясорубке такой с большим количеством каких-то подкатов или каких моментов жестких, но тем не менее. Так, ну а здесь что? В итоге Болдырев травму получил, и с этим была связана его некоторая агрессия в отношении соперника, и появился Олег Пронин. Он, естественно, вперед пойдет. Где-то рядом с Ерохиным будет играть. Симаков и нарушает правила Голышев. Штрафной. На этот раз Бритовский даже не подходит к мячу, и Симаков будет этот штрафной исполнять. Бьет практически низом, в стенку попадает. Да, вот в пользу Голшарк. Голышев уходит Анохин. Уж не знаю, до конца или нет. 9 минут остается в этой игре. Но Голышев может еще и кого-то из полузащитников заменить. Такое мы видели. Болдырев на бровке пытается как-то расходиться. Ну, сколько сыграет Пронин? Минуты 2-3. Или уж до конца. Мозин. Литовский. Литовский.
Вперед передача, перехват Митина и контратака у Динамо может получиться. Кожемякин на всех парах назад, но Митин мяч убирает. В центре играет на Тимофеева, еще один пас и гол. Илья Чижиков забивает 5-0. С близкого расстояния отправляет снаряд в сетку. Динамовцы делают разницу разгромной. Даже по меркам футбола 8-8, 5 мячей это уже... Ну, 5-0 это вообще технический результат, поэтому все, что больше или равно, это уже разгром. Ну и Чижиков становится таким образом пятым футболистом, который сегодня отличился. Играть еще 7 минут практически, плюс, может быть, Андрей Нюхарев что-то добавит, потому что была пауза во втором тайме, когда Павлу Фарафонову помощь оказывали. Никита Митин, Михаил Тимофеев, Дмитрий Голышев, Сергей Анохин и Илья Чижиков. Это я, автор забитых мячей, называю в сегодняшнем матче. Фандеев финтит, в центр дает, и Симаков неточную передачу делает в обратном направлении. Тут же контратака. Анохин мимо Кожемякина мяч прокинул, но его партнеру пришлось практически на бровку убегать. Митин покружил на месте и отдал Чижикову. Ну, кстати, обратная замена произошла. Болдырев вернулся на поле вместо Пронина. И Анохин завершает атаку ударом. Ну вот, кстати, удар неточный, но, естественно, никаких претензий быть не может, потому что, во-первых, при таком счете, ну, есть право на удар. Ну, а во-вторых, понимаете, ведь атака закончилась так, как должна быть закончена, то есть ударом, поворотом. И каждый удар не может быть точным, но зато Анохин, как опытный футболист, избежал возможной потери, контратаки и всего остального. И с этой точки зрения, как нападающий, сыграл правильно. Всегда хочется футболистам, особенно молодым, найти какое-то чудо-продолжение. И как-то разыграть мяч и найти возможность, ну, прям закатить его в ворота. Но обычно в футболе гораздо эффективнее получается просто удар, даже в расчете на какой-нибудь рикошет, например. Корнилов поперек играет на спичку, и передача Ивана Спички чуть не точной выходит. Симаков, Бритовский, а на кого подача? Если на Ерохина, то довольно сильная она получилась. А если на Фандеева, то тот не понял и не пошел на дальний угол вратарской. Митин, Орлов, мяч нужно выносить, все верно. И здесь Кожемякин. Вот, кстати, я не знаю, слышите вы в интершуме переговоры, все-таки достаточно далеко у нас камера от поля находится, но Андрей Фандеев и Алексей Бритовский как раз об этом и говорили. Бритовский говорит: а чего ж ты не пошел туда? А он говорит: я предыдущие 5 раз ходил, и мяч до меня не доходил как раз. 6-0. Сергей Анохин. Здесь все, в 1-2 касания было разыграно. Тимофеев голевую передачу на свой счет записывает. Ну и команды просто доигрывают. Сейчас, в действительности, все понимают. 6-0 это, наверное, слишком много. С точки зрения разницы команд по игре и в классе. Но, с другой стороны, динамовцы по 3 мяча забили в каждом тайме. И, в общем-то, даже не включали форсаж. Все очень спокойно. Уверен, сознанием дела и с какой-то запредельной реализацией.
Вот так навскидку я и не вспомню моментов упущенных. Моментов, которые можно назвать там, 100% практически. Оглшарк, пожалуйста. 2-3 таких момента было. Сейчас-то, я думаю, Гришину принципиально доиграть этот матч, не пропустив. Чего уж там, 3 минуты до сухаря. Ну, а Голдшарк как-то даже не стремится уже особенно во что бы то ни стало забить гол престижа. В данном случае можно сказать об игре престижа. Голдшарк играл достойно для команды, которая не борется за медали, но которая иногда покусывает лидеров. Вот именно сегодня не получилось, но это не значит, что команда плохая. Если вы смотрите европейские чемпионаты, то вот, наверное, похожая ситуация в чемпионате Испании. Там бывают команды второго эшелона, которые располагаются сразу за мадридскими грандами и Барселоной, которые в отдельных матчах могут лидеров покусать и могут отобрать очки и так далее. Но, с другой стороны, случаются матчи, в которых Реал или Барселона этим командам, Валенсия, Севилья, Сельте, я не знаю, Реал Сосьедаду, забивает по 5-6 мячей. И такое бывает. И просто на длинной дистанции, ну, а смысл упираться, когда счет уже там 3-0, например, или 4-0 против суперклуба. Дианцы по меркам Северной лиги, по отношению к Голдшарк, вот вполне себе такой суперклуб уже состоявшийся. Голдшарк только на пути к тому, чтобы регулярно принимать участие в борьбе за высокие места. Ну и, собственно говоря, даже если шестым Голдшарк закончит этот сезон, это будет лучший показатель в недолгой пока истории клуба. Ну а динамовцы также пока наивысшего результата, которого добивались, это бронзовых медалей и гипотетическое второе место. Это будет самый большой успех. Плюс Лига чемпионов. Но это как Манчестер Юнайтед занял второе место в чемпионате с Манчестер Сити. Хоть и заклятым соперником, но который в Англии в этом сезоне всех превосходил по игре и со значительным отрывом первым финишировал. А среди остальных выиграть тоже довольно престижно, потому что мы соперники какие. В общем, вот что-то подобное у динамовцев. Интер, конечно, всех превосходит. И когда была иллюзия более или менее равенства в борьбе за золото, Интер обыграл и Динамо, и Гефест, и, собственно, никаких не допустил осечек с соперниками послабее. Ну и все. На этом финальный свисток Андрея Нюхарева фиксирует победу Динамо со счетом 6-0. Мы итоги матча подвели по ходу второй половины, ну, ближе к окончанию этой игры. В целом все по делу. Динамцы выходят на второе место и продлевают серию побед в поединках против Голдшарк. Пока не очень богатая история, но тем не менее вот пяток матчей уже соперники провели и неизменно динамцы побеждали. Прощаюсь с вами, друзья. Для вас работал Кирилл Разумовский. Вечером вас ждет еще одна трансляция. То будет игра первого дивизиона. И для вас матч Асерия Кристалл прокомментирует Никита Лаврентьев. Нанесение номеров и фамилий на спортивную форму. Спортпринт М.